Алла юсрифа фил дал. То есть не должно быть чрезмерствования в том момент, когда ты убьешь. Яъни кмия ла йадрубу дарб катир. То есть много не бьешь его. Ау йадрубу аля ваджхи. Или также нельзя бить его по лицу. Ау йадрубу хатта йасира ад-дам мину. Также нельзя бить до тех пор, пока с него там не будет крови, например. Аль-абду йукрау биль-аса валь-хурру такфихи л-ишара. То есть раба, говорит, воспитывается палкой, а свободному человеку достаточно, чтобы указать на эту ошибку. То есть, например, взял ребенка, то есть вот слегка дай ему как бы пришел, как вот достаточно, все, оставь это. Аль-сани ан якуна дзарб мимман лаху вилая алей. И также, то есть, второе слово, чтобы тот, кто бьет, он имел над ним власть над этим ребенком. То есть, например, какой-то ребенок сделал какую-то ошибку, все, кто в мечети, стали его побили. Нет, нельзя так. То есть, то, его может наказать, побить только, например, его отец. И говорит, цель в этом, в том, что ты когда наказываешь ребенка, побив его, должна быть твоя цель, как бы, воспитание. لكن عندنا في الغالب الضرب من أجل الانتقام لنفسه. يضرب حتى الكبير يضرب الصغير لأنه ينتقم من الصغير. ما يضرب من أجل التأديب. То есть чаще всего, когда взрослые бьют детей, они бьют как бы вот, выставляя себя взрослыми, да, не для того, чтобы воспитать, а показать свою как бы силу над ним. الرابع أن يقع من الصغير ما يقتضي الضرب عليه. И, то есть он должен провиниться, то есть его нельзя бить за какие-то маленькие проказы, да? То есть действительно ребенок должен это заслужить, когда его бьют. Например, вот если ребенок зевнул и не закрыл рот. Ты должен ударить его, сказать, внимательно. Нет, ты должен просто указать ему, говорит, будь внимательным. То есть, такое может произойти со взрослыми, говорит, это что говорить о детях? هذا الآن نام هنا في الدرس. Например, ребенок уснул в мечети время урока. هذا لا يقتضي الضرب عليه. То есть это не значит, что надо за это побить. الخامس. И пятое. أن يضرب من يعرف الضرب. Должен бить тот, кто умеет бить. لأن بعض الصغار هو ما ممكن تضرب ويضحك. То есть, извиняюсь, не тот, кто умеет бить, а тот, кто понимает, что его бьют. Потому что другой ребенок, ты можешь его бить, а он будет смеяться над этим. Поэтому основа должна быть такой, что маленький идти нельзя бить. То есть, если же все-таки приходится побить, то с этими вышеуказанными пяти условиями, иначе нет смысла вообще бить. То есть если, говорит, маленького ребенка постоянно бить, говорит, он как бы привыкает к тому, что его бьют, у него он начинает тупеть разумом. Да.